вами уже пришло лето, и с каждым днем становится все жарче, жарче и жарче. Многие уже задумались об отдыхе, об отпуске, о поездках и, конечно же, прогулках в парках. Отличную компанию поможет нам создать для этого наш костюм Беатриса от бренда Натали. Поверьте, с этим костюмом вы не захотите расставаться. И мы поможем вам его адаптировать даже для работы. Поговорим об этом с нашим Миколой Комендровым, за плечами которого, кстати, создание собственной летней дизайнерской коллекции. Микол, привет! Привет, Наташа! И, конечно же, еще раз хочется вам сказать о главном предложении дня, ведь оно составлено сразу из двух изделий, а это ваша дополнительная финансовая выгода. Эластичная резинка, которая у нас с вами вставлена в высокую посадку в мягких уютных брюках, выполненных из кулирного трикотажа на 70%, состоящая из хлопка, а в некоторых костюмах даже на 100%, позволит получить комфорт и удовольствие. Но это еще не все, ведь вот такой красивый, элегантный у нас с вами рисунок, который создает здесь не только красоту, но и самое главное – стройность, действительно окунет в эстетику моря и отдыха. Не каждый из нас позволит себе или мог бы когда-либо позволить побывать на море, а для некоторых это всегда несбыточная мечта. Зачем этот дельфин сам приплывет к вам и ее вам подарит? Восточная тематика от Греции до Индии сегодня распространилась именно вокруг вас. Слушай, ну у нас и в расцветках такая морская, восточная тематика. Посмотрите, три благородных цвета. У нас есть цвет индиго, он как раз у тебя сейчас в руках. Зеленый цвет для себя выбираю я. Спокойный, приглушенный, очень элегантно смотрится. Да, брючки однотонные у нас здесь. И третий вариант цвета – темно-синий. На каждом цвете мы видим яркую, эффектную, мозаичную вставку. Но я хочу сказать, что это главное предложение только сегодняшнего дня, и ведь это абсолютный бестселлер телеканала Shop & Show. Когда была первая презентация у нас костюма Беатриса, более 300 заказов вы успели оформить за первые 8 минут презентации. И такой цены мы вам еще не предлагали никогда. Сегодня, по вашим многочисленным просьбам, мы костюм Беатриса возвращаем в наши эфиры. Для вас мы дополнительно снижаем цену на 500 рублей. Цена только сегодня 1499 рублей. Но и это еще не все. Микол, сегодня впервые мы даем такую расширенную размерную линейку. Раньше размеры были до 58-го, сегодня от 48-го до 62-го размера. Как действуем, Микол? Мы можем выбирать с вами размер в размер, получить полуприлегающий силуэт, можем выбрать на размер больше, как это демонстрируют наши девочки, я вам тоже объясню на примерах, и даже дамы 44-46 могут смело забрать 48-й, по примеру Натальи. У меня в руках цвет индиго в 52-м размере, давайте же мерить. 5 сантиметров будет занимать поясная часть, зона седла у нас с вами составляет в полуобхвате 40, то есть получается общее у нас с вами 80. В 52-м размере одна часть бедра 30 сантиметров, то есть каждое бедро по 60. Это значит, на 120 сантиметров у нас идет с вами растяжимость по брюкам. Что касается топа, здесь даже не нужно мерить. Здесь у нас с вами цельнокроенная конструкция, отсутствие выточки, поэтому мы с вами получаем максимальную растяжимость. Давайте ее тогда тоже замерим для того, чтобы нам с вами было проще это понимать. Смотрите, полуобхват в 52-м размере 54 сантиметра. То есть мы с вами получаем в статичном состоянии 108. При растяжимости мы получаем с вами 110. А ведь 110 у нас принадлежит 50-му, а здесь 52-й. То есть идет припуск к следующему размеру. То есть это абсолютно безопасная покупка, дистанционная. И те, кто впервые делает сейчас свои заказы, присмотритесь к нашему главному предложению дня сегодня. Размеры потрясающие и дополнительное снижение цены. Но я хочу сказать, Микол, что я, конечно, хочу поехать на лето, но вот моя подруга Ира уже смотрит билеты и говорит, очень высокие цены. Я, говорит, не знаю, как я поеду на море, но вот море, мне кажется, пришло к нам, да, и вот Ирина Александровна нам пишет, люблю красивую одежду, особенно с рисунками, сколько искала, красивее, чем в бренде Натали, не нашла рисунков, еще и качество идеально, даже после частых стирок проверено. Вот, кстати, давай про этот рисунок, который дарит нам настроение отпуска, на сколько он практичен, и если мы будем часто даже стирать нашу одежду, сохранится ли он? Ну, данный рисунок у нас с вами всегда выполняется от бренда Натали очень качественно. Сублимация классическая, плотная, без каких-либо погрешностей. Здесь добавлено немного глиттерного напыления во время
скрашивание материала, поэтому он не осыпается, он становится единым целым с полотном. Его можно хорошенько подергать, потереть, при этом ничего не происходит, не осыпается и не растягивается. А при правильном хранении и безусловной эксплуатации данный рисунок прослужит очень долго. Напомню, бренд Натали сам является разработчиком своих рисунков, то есть приглашенные художники в специальном отделе работают для того, чтобы создавать рисунок. Еще напомню, рисунок здесь работает на эффект стройности, что не делают не каждый. Вот, с 2019 года телеканал Шопеншоу с брендом Натали. Сегодня мы вам даем самую выгодную цену на наш бестселлер костюм Беатриса. Я выбираю для себя зеленый цвет, он у вас пользуется огромной любовью, он самый популярный сейчас на вашем экране цвет индиго. Ну что ж, я хочу тебе сказать, Микол, что вот такие комфортные ощущения у меня бывают не от каждого хлопкового предложения, да, очень мягкое, тянется, комфортно располагается по всей фигуре, и вот даже если брючки брать, то посмотри, насколько это комфортно, ведь хлопок тоже бывает разный, бывает такой, как будто его накрахмалили уже дополнительно. Да, это действительно так, самый жесткий хлопок, это значит, применялось не профессиональное некачественное окрашивание, чаще всего оно будет иметь запах ацетона, достаточно жестковатое, после первой стирки обязательно измажет воду или соседнюю одежду при стирке. Хлопок от бренда Натали всегда мягкий. Легкий запах травянистой такой плотности, плюс прохладное по тактильным ощущениям, бархатная растяжимость. Это говорит о качестве сырья, которым прибегает бренд Натали. Поэтому он является большим лидером по производству домашней, околодомашней или стиля хьюго, то есть такого расслабляющего. Ну, слушай, это не только домашняя одежда. Да, зимой мы с удовольствием будем носить дома. Те, кто живет в загородных домах, тоже с удовольствием будет носить. Посмотрите, на прогулку идем с вами. В путешествие, конечно же, берем, забираем на подарок, потому что здесь даже крой говорит о том, да, что, Микол, абсолютно спокойно мы на разные фигуры наш костюм Беатриса забираем. Темно-синий цвет великолепно смотрится, индиго уже более светлый, благородный оттенок, и мой выбор, вот он, зеленый, самый популярный цвет. Мы даже с вами наш костюм Беатриса можем адаптировать в городскую среду, и, например, Микол, скомбинировать его так, что пойдем, например, на работу, верно? Да, если этот костюм немного видоизменить, например, подзаправить блузу вовнутрь брюк, добавить акцентный ремешок, встать на танкетку, то будет получаться такой афро-стиль сафари. Можно носить эту футболку, например, с любимыми джинсами, поверх добавить жакет, причем мультиколор, который присутствует в рисунке, поможет вам в этом. Наш костюм Беатриса еще и со стройнящим эффектом. Великолепное решение от бренда Натали. Сегодня с дополнительной скидкой по цене 1499 рублей.